Ребята, всех приветствую. Кого укусила хаендовская муха? Вот. В этом ролике хочу поделиться своим впечатлением вот о таких малышей, такой полочной акустики. Accurate Sound называется контора. Вот. В России она у нас не то чтобы практически, а вообще не представлена. Да, знаю вот только одного человека, который продвигает эту фирму. Ну, как бы раньше тоже я скептически относился к неизвестным брендам. Вот, ну вот попала она ко мне на прослушивание. Вот, можно сказать, заставил меня человек ее взять. Вот, говорит, ты возьми, послушай. Вот, потом все поймешь и расскажешь. Не пожалел. Вот, ну, коротко расскажу, что она из себя представляет. Полосная полочная акустика, фазенвекторного типа. Значит, у нас фазенвектор щелевой. Щелевой в данном у нас экземпляре представлен вот, черный лак. Производитель также выпускает красного, белого цвета колонки. Значит, что у нас по размерам? Ширина 19 сантиметров, глубина 25, высота около 34 сантиметров. Вот. Чувствительность у нее 89 децибел. Ну, хотя достаточно свободная на подъем. Да, вот такая пивучая, с первых ваттов раскрывается без проблем. Вот, вес около 9 килограмм, чуть больше 9 килограмм. По заявлению производителя 45 Гц-30 кГц. Вот, что у нас по драйверам? Значит, особенно хочется отметить, в первую очередь, это ВЧ-головку. У нас здесь применена изодинамика. Вот, это что-то между лентой и хейлом. Ну, даже не то, что между, я бы ее поставил выше уровня. Потому что вот наряду со всеми плюсами, значит, ленты, вот, шелест, воздух, разрешение, хрусталь, да, вот как мы все любим, сохраняется динамика, потому что обычные ленты при вот этих плюсах, как правило, отсутствует динамика на верхах. Здесь же есть все, и россыпь, и ясность, и воздушность, и динамика. Вот. За СЧ отвечает, значит, у нас динамик и сэндвич. Кевлар полимером. Да, и ВЧ-динамик у нас с неодимым магнитом. Вот, акустика у нас оборудована четырьмя акустическими терминалами. Можно подключать биампингом. Хотя и по шотгану тоже ничего, нормально звучит. Вот. Немного скажу о звуке. Ну, в первую очередь был удивлен, что в принципе, полочная акустика настолько шикарно дает сцену. Ну, вот, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, последний раз, что я слышал относительно сцены, такое уверенное, скажем, это Legacy было, да, который действительно вот один из плюсов у этого бренда. Они дают шикарную сцену, локализацию. Но вот эти полочники, они ничуть не отстают от тех же там фокусов, Signature модели Legacy. Вот, видимо, вот этот твиттер из-за динамики, вот, как-то это все вытаскивает. И когда ты прослушиваешь, такое ощущение, что действительно играет напольники по формированию сцены, масштаба. Закрываешь глаза и просто это, пропадаешь в поле звука, вот, в масштабе там. Вот, что хочешь еще сказать? Что акустика абсолютно точная, передает точные звуки, все нюансы. Мид-бас очень классный у нее, вот прям завораживает. Ну, в принципе, я попозже сниму отдельно ролик какого-нибудь трека, сами в этом убедитесь. Вот, ну, если брать во внимание, а без этого никак нельзя, цена, сейчас я не помню, порядка 80 тысяч, значит, ее дилер реализует у нас в России. И если сравнить даже с теми же
с тем же Acoustic Energy, которые, кстати, вот недавно поступили на апгрейд. Вот они. Я про них тоже ролик снимал. Их цена порядка 400 тысяч рублей в розницу. Вот. Но с учетом цены этой, по крайней мере, в стоковом варианте, как АЕшки есть, но вот эти полочники прям, я скажу, что они на голову выше. Причем эта версия, вот именно которая у меня, это первая версия, есть еще МК-2, где уже внутренние комплектующие, более продвинутые, катушки уже другие стоят, конденсаторы другие, выше класса. Вот. Ну вот как-то так, ребята. Кто приветствует и понимает полочную акустику, я очень советую вам обратить на нее внимание, вот на эту модель, на Accurate Sound. Не пожалеете. Прошу прощения, что я вот так по-савдеповски, без стоек, но как-то не приходилось просто мне часто слушать полочники, поэтому вот решил, что было, применить, дабы хотя бы расстояние от пола выдержать более-менее на уровне ушей, чтобы пищалки были. Ну и так, вполне все хорошо. Все, всем спасибо за внимание, до встречи.